Это типа вид старой акулы такой, который... О, ребята, он как крокодил, смотрите. Я как крокодил, я хвою все подряд. Иди сюда, дорогие мои, всех съем. Ребята, посмотрите, всех съедаю, реально всех. Вот это круто, вот это я понимаю, рыба. Смотрите, смотрите, как скакает. Отлично, 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 ребята. Смотрите, всех съедаем, всех, всех, всех. Так, ну что, дорогие друзья, мы всех здесь съедим сейчас, но... почему ты не плывешь? Плыви, дорогой мой, плыви, плыви. Кусака, мистер Кусака, давай, давай, съедай все, что видишь на своем пути. О, ребята, хочу полететь. Давай, меня забирай в космос. Еще чуть-чуть. Хочу в космос. Вот так вот, отлично. Вау. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем играть в игру Hungry Shark. Ребята, и посмотрите, что здесь у нас. Мы открыли мистер Кусака Мозазавра. Так, ну что ж, давайте, собственно, поплаваем и посмотрим, на что он способен, этот мистер Кусака Мозазавр, и посмотрим, в какую эпоху он, собственно, жил и существовал раньше на нашей, так сказать, земле, планете. Так, ну что ж, поехали, поиграем. Можно фото сделать, а можно поиграть. Ну, давайте, фото уже мы делали, так что давайте мы уже сыграем. Посмотрим, как не плавается, посмотрим, на что способна данная акула. Это типа вид старой акулы такой, который... О, ребята, он как крокодил, смотрите. Я как крокодил, я хвою все подряд. Иди сюда, дорогие мои, всех съем. Ребята, посмотрите, всех съедаю, реально всех. Вот это круто, вот это я понимаю, рыба. Смотрите, смотрите, как скакает. Отлично, 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 ребята. Смотрите, всех съедаем, всех, всех, всех. Так, ну что, дорогие друзья, мы всех здесь съедим сейчас, но... почему ты не плывешь? Плыви, дорогой мой, плыви, плыви. Кусака, мистер Кусака, давай, давай, съедай все, что видишь на своем пути. О, ребята, хочу полететь. Давай, меня забирай в космос. Еще чуть-чуть. Хочу в космос. Вот так вот, отлично. Вау. Супер, супер, супер. Пир на весь мир, ребята. Было написано только что у меня на экране. Ну что ж, хочу, чтобы... Хочу найти что-то сезонненькое. Давайте. Так, обжорство, обжорство. Так, отлично, отлично. Вот это, ребята, у меня крокодил. Я этим крокодилом могу теперь хавать все, что захочу. Смотрите, а, идите сюда. Вот людей поскидаю на пляже. И не только людей. Я съем. Все, ха-ха-ха. Мистер Мозазавр. Мистер Кусака. Развалили лодку в дребезги. Отлично. Где ты там хихикаешь? Иди сюда. Все. Перестал хихикать, дорогой мой. Так, лодку еще одну разбили. Отлично. Рыба-игла. Убили мы рыбу-иглу. Так, плывем, 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 плывем. Давайте на дно. Хочу, как говорится, на дно. Посмотреть, что здесь есть прелестного. Так, бутылочку мы забрали. Рабов огромных съели. Заводного робота забрали мы только что. Давайте поплывем, поплывем. А куда мы можем еще с вами поплыть? Мы пока никуда. Это в смысле, в принципе, знак и был, чтобы забрать робота отсюда. Ух, ребята, уже голод наступает. Давайте хоть селедочки поедим. Так, селедочка, где же ты? Вот люди, давайте, детишки, давайте хоть мы вас хоть немножечко я перекушу вами. Потому что я же вообще умираю с голода. Дорогие мои, да. Ой-ой-ой, там на меня только что охотился пират этот, который под водой охотится на рыбок с помощью различных стрел, там стреляет в них, короче, и таким образом ловит их. Так и он и меня хотел только что подцепить, чтобы съесть, но я ему не дался, ребята, друзья, я ему не дался, и мы с вами продолжим это замечательное дело. На акуле катался, вы видели, он катался на акуле, ха-ха-ха. А я не дам тебя оседлать, я вон туда, ох, 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 отлично. Ой, на берег попали с вами.
смотрите, похавали всех людей. Все золото, даже золото. Это золотая мания. Быстренько, быстренько, сюда идите, пока золотая мания. Съедаю золотишко, тебе все заберу. Так, хаваем. Опа, по черепашку у нас есть. Извините, но черепашку я никому не отдам. Так, а тут уже. Вот это мне нравится. Всех подряд я хаваю. Мама, иди сюда, дорогой. Иди сюда. Даже бомбы есть. Это мне отлично нравится. Любых ем. Всех съедаю. Всех. О, отлично. Ого, ребята, посмотрите. На дне затонула какая-то ракета. Какой-то шаттл упал в океан, что ли. Подводные лодки, иди сюда. Так вот, мы тебя съедим. Ты что, хотела напасть на меня, подводная лодка? Вторая подводная лодка. Ты что, иди сюда. Вот так вот. Все, мы ее уничтожили. Так, селедочка, иди сюда, мы тебя съедим. Вот это с вами, вот это мозазавр мне. Только что съели такого же мозазавра, ребята. Вот это мозазавр мне нравится. О, ребята, посмотрите, какой шаттл. Вот он, вот шаттл. Когда-то ракета была и упала на землю. Так, в океан, то есть. Я хочу, так, черепашек мы съели. Так, я хочу, ребята, посоветовать вам обязательно подписаться на мой канал, если вы не подписаны. Потому что будет очень много интересного. А если вы уже подписаны, значит вы молодец. И еще хочу предупредить, если вам страшно, то тогда вам лучше не смотреть, если вы малыш какой-нибудь. Потому что вам будет страшно. Ну а если вам не страшно, ребята, тогда присоединяемся и будем хавать всех, кто нам здесь мешает. Просто съедать их. Хамать всех. Так, иди сюда. Всю селедочку забрали. Так, мозазавр — это супер просто рыба такая. Так, золотая мания. Опа, подводная лодка. Оп, селедочки сколько, смотрите, ребята. Идите сюда, дорогие. Всех съем. Никого не оставлю в живых. Всех подъедаю. Всех. Даже людей подъедаю. И утку даже съели, ребята. Даже утку с вами съели, представляете? Даже корабль разбил. Вот это мозазавр из мозазойской эры. Да, а ну-ка, поехали, поплыли, дорогой мой динозаврик. Поплыли, дорогой мой. Так. Отлично, ребята, мы с вами наелись вдоволь. Отлично, мы везде поплавали с вами, везде покушали. Так, хочу. Ай-яй-яй-яй, вертолет меня режет. Ай-яй-яй, падаем. Ребята, умираю от голода. Просто акулий суп. Я умер от голода. Ну как так можно? В море сколько всего, а я умираю от голода. Как так можно? Как вы такое допустили? Ребята, вы видели, какая акула? В 3 раза больше, чем я была только что. И мы ее перегрызли с вами. Подводную лодку тоже. Вот это да. Вот еще одна подводная лодка. Давай, мочи. О, все, наконец-то. Так, отлично. Убили. Я-то думал, что мы ее уже не убьем никогда. Ого, ребята, какую я пещеру нашел прикольную. Мы еще здесь с вами не были. Но я сдохну от голода сейчас. Я не хочу сдохнуть. Риск здоровью. Ребятушки, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не хочу умирать. И из-за этого мы с вами должны... Я горю, ребята. Я горю опять. Я опять загорелся, ребята. Так, кого-то мы съели только что. Кто-то у нас попался на пути, мы его просто сожрали. И это, я так понял, вход в какую-то тайную, в тайное какое-то логово. Это огромная бомба. Мы ее раскусили с вами, она не взорвалась.
И тут пишет, что мы попали в какое-то логово, может, в логово пирамиды. Пишет нам прямо, а теперь наверх. Теперь сюда пишет. Да, а куда теперь сюда? Опять мы погибли, ребята. Сколько я могу плыть? Я уже плыву. А доплыть не могу никак. Ребята, вы видели? Я понял, куда я приплыл. Вы видели, кого я только что съел? Я только что съел огромную рыбину. А здесь скелет, ребята. Посмотрите, какой здесь скелет. Вот это да. Вот понял я, зачем сюда плыл. И за ракушкой, и за всем этим. Вот это скелетина. Посмотрите, на дне какой скелет лежит. Так, ну что, я уже умираю от голода, ребята. Но такая судьба. Так, ну что ж, дорогие друзья. Мы с вами играли в Hungry Shark. Evolution. Кто не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь на мой канал. В следующей части мы будем играть другими, покупать более новые акулы. В этот раз мы мезозавром играли. Ну что ж, до встречи, дорогие друзья.